Всем привет! Мы продолжаем украшать нашу стенку цветами из дизайнерской бумаги и сегодня создадим золотистый цветок. Я уже нарезала лепестки, потому что их на самом деле будет достаточно много. Цветок у меня будет двухцветный, светло-золотистый и темно-золотистый. Вы же можете брать один цвет или несколько оттенков. Итак, 12 лепестков размером по длине 15,5 см. Ширина в самом широком месте 10,5 см и в основании 6 см. Следующий размер 6 лепестков, 11,5 высота, ширина 8, в основании 5. Следующего размера я лепестки вырезала двух оттенков по 3 штуки. То есть итого в данном размере нужно будет 6 лепестков. Высота 10. В самом широком месте 6,5 см, в основании 3,5 см. Четвертый размер 6 лепестков, высота 7 см, в самом широком месте 4,5 см, в основании 2 см. И последние, самые маленькие лепесточки, их будет 35 штук. 5 сантиметров в длину, по ширине 3 сантиметра и 1,5 сантиметра в основании. Итак, что мы делаем дальше? Мы берем наши первые 6 лепестков. Разрезаем в центре где-то до половины. И теперь подкручиваем край внутрь. Вот что у нас должно получиться. Теперь склеиваем лепесточки там, где мы их разрезали. Подкручивать можно не только стержнем, но и линеечкой. Пока наш клеевой пистолет будет греться, вырезаем круг диаметром 8-10 сантиметров. Следующий ряд лепесточков приклеиваем аналогично первому. Приклеиваем в шахматном порядке. Следующие 6 лепестков. Следующие лепестки у меня в двух цветах, поэтому я буду их чередовать между собой.
предпоследнего размера лепесточки. Теперь самые маленькие лепесточки, от них отсчитайте 12 штук, они пойдут на непосредственную серединку, а вот все остальные наклею вам аналогично предыдущим рядам. Так, основной цветочек готов. Теперь собираем серединку. Для этого берем отложенные 12 лепесточков и укорачиваем их наполовину. Вот так. Вооружаемся зубочисткой или спицей и накручиваем лепесточки. Теперь из наших маленьких трубочек, которые мы накрутили, будем собирать серединку. Не сильно затягивайте, так чтобы лепесточки немножечко отодвигались. Вот такая серединочка у нас получается. И докручиваем ее до конца. Давайте примерим серединку. Я думаю, можно еще немножечко лепестков добавить, буквально пару штук.
Ну, вот такой серединки однозначно достаточно уже будет. Можно ее вклеивать. Вот и готов наш цветочек.